А в эти выходные во Дворце культуры и кино «Русь» прошел спектакль для детей сотрудников «Газпром нефть» «Ноябрьснефтегаза». В этот раз на ноябрьскую сцену вышли актеры из Екатеринбурга. Постановку оценил и мой коллега Кирилл Мигель. Итак, у меня в Китае живет бабушка, у нее вот такая рука и вот такой рот. А теперь повернулись и посмотрели на соседа. Какие очаровательные внуки в этой бабушке. Яркая игра, хорошие декорации и костюмы, словом, посмотреть было на что. Совместная постановка Екатеринбургского камерного театра и Дома актеров из столицы Урфо собрала полный зал. Сюжет большинству знаком, он построен по мотивам сказки Андерсена «Соловей». Единственное отличие – дополнительный введенный сценаристами персонаж – министр праздников. Именно праздник актеры и подарили ребятам. Все не то, не то, не то! Все не то! Все не то! Не то! Не то! Не то! Не то! Такие подарки детям для нефтедобывающего предприятия – дело привычное. Накануне спектакль прошел в Ингапуровском, сегодня порадовали детвору Ноябрьскую. Причем часть билетов была передана общественным организациям. Необычные дети Ноябрьска, Ямал, в Ноябрьский детский дом, социальный приют «Гармония» юным спортсменам. Много сказочных героев было. Все прикольно было. Мне понравилось все. Там все интересно. Очень интересный спектакль, очень много различных для детей было игр. И игры с залом, вот эти, они так оживили. Дети были разного возраста. И самое интересное, это то, что вот для любого возраста детей было вот забавно и впечатляюще. Вот это шоу, которое происходило на сцене. Спасибо большое актерам. Ну, достойная работа. Впрочем, об этом громче всего говорила реакция детей. Это греет, прежде всего, душу, и от этого хочется играть еще лучше, если... И, ну, действительно, это просто... Ну, это взаимодействие, как это, круговорот психологической энергии, с залом. Эмоциями, чувствами. Если нет отклика от зала, то ты себя чувствуешь неуютно. Вообще создаются спектакли, работаем мы для зрителей, и, соответственно, должны получить от них тоже какую-то отдачу. То есть мы несем добро, и это добро нам возвращается. Напоследок, фото на памяти с яркими эмоциями на маленькие каникулы. Делиться с друзьями впечатлениями от увиденного, коих было предостаточно. Кирилл Мигель, Александр Иванов, новости нашего.